хочу сходить в Эд Маркет. Здесь мне нравится испанский уголок, где испанские блюда. В общем, здесь разная кухня. Видите, вот это турецкий стритфуд. Вот. Так, фрикадельня мы открылись, кавказская кухня. Так, территория вина. Чебуреки. Так, тут есть какие-то очень дорогие продукты питания, да, вот тут мы видим что-то такое, так, с соусом, устрицы, морские ежи, так, вот все это такое при вас готовят, вот они, и я смотрю, тут народ вот это все берет. Я-то, конечно, в этом деле, что называется, не специалист, но можно будет как-нибудь попробовать. Ну, можно и пасту, и пиццу. Вот, смотрите, цены. Паста карбонара 460, 550, 390. Тут вот, в общем, итальянской кухни, конечно же, много. Это в будний день, кстати, с утра. Смотрите, народу достаточно много. В субботу, конечно, тут вообще даже места не найдешь, где присесть. Так. Вот. Вот я в Дон Тапо хожу и заказываю всегда суп. Сейчас скажу вам, какой я суп заказываю. Здравствуйте. Вот, смотрите, тут есть гаспачо. Но я заказываю вот этот томатный суп с морепродуктами. Есть и с креветками. Но мне нравится с морепродуктами. Ешка, можно томатный суп с морепродуктами? Еще что-нибудь потребуется для вас? Что-что? Еще что-нибудь потребуется для вас? Не поняла, что потребуется? Ну, что-либо еще, не знаю, напитки. Ну, давайте еще вот пинчос по поджаристи с пармой. Да, спасибо. А долго ждать? Минут 10. Спасибо. Так. Так. Получила вот такой пейджер, должен запищать, и суп, и три таких маленьких тостика обойдутся мне в 740. Ну, я уже не первый раз здесь беру, мне нравится, вкусно, испанская кухня. О, запищал пейджер. Так, идем забирать наш супчик. Так, идем забирать наш супчик. Так, возвращаю. Ага, да, спасибо. Так, о, спасибо. Какая красота. Ну что, будем сейчас дегустировать этот супчик с морепродуктами. Знаете, вот я вообще люблю супы с морепродуктами, именно томатные. И, конечно же, я всегда вам рекомендовала в Кубе брать, да, в ресторане Куба. И он, конечно, не сравнимый ни с чем. Но вот этот вот тоже очень вкусный. И такой кисленький. Вот такие вот тостики поджаристые с ветчиной, с пармской ветчиной, и под ней тоже вот такой вот соус томатный. Тоже попробуем. Тоже вкусно. Раньше я здесь ходила в один буфет. Нет, или как он назывался? А, маркетплейс, да. И мне там очень нравилось. Никогда не поднималась до вот этого. Это пятый, наверное, этаж. Да. Вот. Но его закрыли почему-то. Так что теперь вот... Я, кстати, была в мексиканской кухне с Ириной. Мы ходили со зрительницей моего канала. И нам не понравилось. А здесь вот испанская
очень даже. Надо попробовать еще другие. Недавно снимала обзор Луны де Синкуэнта. И, конечно, я честно вам хочу сказать, что вот эти вот серьги, вот можно их, да, вот как-то... Они вообще мне не дают покоя уже несколько лет. И поскольку я узнала, что, ну вот, например, буквы сняты с производства, да, то есть, ну, какие-то позиции уже больше никогда невозможно будет здесь забрать. Вот, кстати, букв осталось немножко. Я успела золотую купить, буковку R. Вот. Но сегодня я наконец решилась по своему собственному промокоду приобрести вот эти серьги, которые называются Александри. Я сама, когда монтировала предыдущий ролик, смотрела на них и понимала, что а вдруг их тоже снимут скоро с производства. Кстати, дорогие друзья, если вы еще не посмотрели мой обзор, который я снимала недавно в Луна де Синкуэнта, то обязательно его посмотрите, ссылочку я оставлю. Ну и в следующих видео я, конечно, буду в этих замечательных серьгах. И вообще, скоро обещаю вам снять обзор о том, что я приобретала летом, вот сейчас осенью. Ну, в общем, вы знаете мою любовь к Луна де Синкуэнта. Она длится у меня уже много-много лет, еще даже до того, как был открыт магазин в России. Лиза. Я вообще хочу, конечно, подарок себе самой сделать, да? Но у вас же очень красивый. Я давно уже смотрю на ваши коробки. Думаю, может, мне шкатулочку такую надо тоже. Крупную или маленькую, да? Как они там открываются у вас? На самом деле, да, у нас тоже в этом году, точнее сказать, в прошлом, перед Новым годом, появились в продаже вот такие коробки. Ну, прям шкатулки, скажем, да. Их можно как подарочную упаковку, они, конечно, шикарные. Ага. А у вас там открыточки? Какие там есть открыточки? Покажите. На самом деле, у нас также недавно в продаже появились открытки от испанского художника. А, это прямо нарисовано, да. То есть это не фотографии. Набор из 7 штук, и здесь наши культовые украшения. Набор, то есть это набор можно или каждую отдельно? Нет, здесь набор. Это идет помидорки или штук. Что там? Помидорки? Да. Это продукты вместе с украшениями. Ага. Такое очень интересное сочетание. Нож. Это прям вкус к жизни. Ничего себе. Ну, очень оригинальный тоже подарок, да? Можно вообще на стенку повесить, как сейчас же модно такие вот мини, да-да-да, ага. Вдохновение свое любимое место отдыха или работы. То есть это наборчики такие. Да. Да, ну для тех, кто делает подарки, это просто супер. Да. Ой, вот это вот Александрия, вам-то нравится? Лично мне очень нравится. Очень я вообще тему монеток люблю и тема жемчуга. Но у меня вот тема жемчуга, кстати, не открыта. Поэтому, наверное, нужен браслет с жемчугом, и да, Оля? Оля, покажи свое колечко. Вот такое носишь. Кольцо. Это тоже из старых коллекций. Мне кажется, они идеально прикликаются по стилю. Ну вот да, такой... или кольцо, или браслет нужен с жемчужиной, да, какое-то? Ну, кольцо королевское. Видите, оно собрано на хлопковой нити. Его можно немножко двигать. Я даже не поняла. Понятно, так, ну ладно, это следующее тут у вас. А у меня, кстати, есть же украшения с их монетами, но там монеты, которые, ну, поменялись на евро, а это старинные какие-то, да? Хорошо, а еще у вас такое, вот я заметила, там свечка была, заверните мне ее, пожалуйста. Обязательно, мы для вас завернем. У вас появились ароматические свечи в продаже. Очень с многие... запахом Луна де Синкуэнта? Так, да. Сейчас будем нюхать. Мне очень понравилось. И мне понравилось. И то, что мне нравится в таком сером, нежном, керамическом стаканчике с крышечкой, да. Ну, вот это мне нравится. Пишется, ладно, заверните мне его. Обязательно. Ой, спасибо большое, Лиза. Всегда. Thank you.
Mm-hmm.